Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет очередной видеообзор. Речь будет о венецианской штукатурке. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Также мы сегодня сделаем два наглядных образца, где я еще раз отвечу на ваши вопросы и покажу, как это делается. И в заключение мы посмотрим на работы, присланные от вас, от подписчиков, где вы пытались что-то делать. Есть работы очень-очень достойные. Но самое главное, что вы пытаетесь, вы делаете, вы пробуете, и все у вас получается при желании. Итак, вернемся к нашим образцам. Тонировал я пигментом для акриловой краски. Друзья, спрашивают меня, какую купить, где купить. Покупайте ту, которая у вас есть в наличии в магазинах. И старайтесь купить килограмм, 2, 5 килограмм в минимальный объем, чтобы вы могли потренироваться и набить себе руку. По поводу инструмента. Можете носить любой кельмы, любым шпателем. Теперь касательно электроинструмента. Вот болгарки сейчас спрашивают, какой купить, где купить. Друзья, вот я приобрел себе недавно чудесный инструмент, фирма Deco. Это на AliExpress. У них сейчас проходят потрясающие акции, скидки. Цены, я вам скажу, что в 2-2,5 раза дешевле, чем в наших магазинах. Это однозначно. И самое главное, у них бесплатная доставка. Вот серьезно. Поэтому смело можете приходить по ссылке в описании и заказывать себе инструмент. Акции у них идут регулярно. В Инстаграме разыгрываются у них постоянно инструменты. Кстати, инструменты у них есть для любых мастеров. Вот смотрите, какой чудесный краскопульт. То есть им можно и грунтовать, и красить. То есть инструмент достаточно хорошего качества за небольшие деньги. Всем советую. Смотрите, работаю я, еще раз говорю, обычными шпателями. Вам не нужно покупать дорогие кельмы для работы. Меня часто вот спрашивают вопросы, сколько слоев наносить? Сколько нужно ждать по времени между слоями подсыхания? Да? Друзья, если вы не полируете, то вот за раз можно нанести несколько слоев, там 2, 3, 5, прямо по сырому. Друзья, старайтесь последним слоем делать уже, скажем так, более контрастную, интересную картинку. И старайтесь ее потом не перекрывать. И, друзья, это как конструктор. Вы можете вот много раз нанесли, что-то не понравилось вам, прошкурили, убрали пыль. Только ни в коем случае нельзя грунтовать. И дальше наносим материал. Вот я, допустим, сейчас прошкуриваю, смотрю, что-то мне не нравится, получается, не получается. Я раскрываю где-то цвета, чтобы было интересно. Убираю пыль. Смотрите, я нанес, сделал дырки какие-то там, протер. И дальше продолжаю наносить венецианскую штукатурку. То есть я показываю наглядно, что можно за один раз, прям по-мокрому, не дожидаясь высыхания слоев, наносить там несколько слоев, там 2, 3, 4 слоя, прям вот так мазками. Но, друзья, ни в коем случае нельзя полировать, потому что много слоев, получается как бы один толстый слой. И при полировке, особенно по-мокрому, кельмой, то есть кельма, соприкасаясь с поверхностью, нагревается. И поверхность нагревается, и может произойти у вас отслоение. Так, друзья, теперь касательно полировки. Сейчас часто задают вопрос, почему круги царапают? Друзья, значит, вы плохо сточили абразив. То есть у вас круг должен быть лысый, абразив должен быть сточен. Там, не знаю, об бетон, об кирпич, об что угодно.
Но главное, чтобы еще вы этот круг не деформировали, потому что, да, он сильно будет царапать. То есть, и опять, прерывать можно, начиная от круга, ну, желательно круг 400, 600, 800, но без абразива. Дальше берем воск. Что такое воск? Воск – такая вот субстанция, такая пастообразная, вот она напоминает крем, да, либо там как сметана. И наносим ее впоследствии уже, закрепляем. Воск дает защиту, дает, придает блеск, придает контраст, глубину. То есть потрясающая штука. Кстати, друзья, вот сейчас спрашивают, там в ванных комнатах можно ли делать. Я много раз делал в ванных комнатах. Проблем у меня никогда не возникало. Но производитель, я вот сколько принципиально смотрел, ни один производитель в своих характеристиках к материалу не указывает, что можно делать в ванных комнатах. Поэтому это на ваш страх и риск. Но еще раз повторяю, за годы работы у меня никогда не было проблем, что материал отслоился, что-то с ним произошло. То есть все нормально. Смотрите, если вы полируете и у вас, скажем, появились матовые пятна, скорее всего, у вас просто-напросто нанесен большой слой воска, и вы не можете его растереть, и поэтому получается матовое пятно. Я вам советую, просто возьмите шпатель и соскребите лишний материал, лишний воск. Вот такая у нас получилась работа. Видите, как смотрится прекрасно, да? Сейчас, друзья, мы посмотрим ваши работы, которые вы прислали. Так что, смотрите, не стесняйтесь, пробуйте и делайте. Это фактурная штукатурка. Видите, человек делал первый раз в жизни. Замечательно, да, вот такой вот грота, карта мира. Это такой стиль лофт, покрытый металлизированной краской. Тоже смотрится очень хорошо. Это тоже такой стиль лофт, травертин под расшивку. Чудесная работа. Сделано из шпаклевки, друзья, то есть ничего сложного. Вот работа, человек пытался, но он еще не заполировал. Я уверен, что из приживания он, с него получится хороший мастер. Смотрите, какая чудесная работа. Тоже человек пробует. Где-то, друзья, люди делали первый раз в своей жизни такие работы. Вот чудесная работа. Вот мастер, интересно, вот сделал и потом решил переделать. Ну, мне вот на такой образец, да? Но, честно говоря, мне нравится больше первый вариант. Это парень из Белоруссии делает. Михаил Сериков. Смотрите, какая красота, а? То есть по его вопросам, которые мне задавал, я понял, что он делает первый раз такое. Смотрите, как человек настойчиво. Кстати, он много раз переделывал эту работу, то есть переписка у нас была достаточно долгая. Смотрите, и потолок какой красивый. Эта девушка делала работы. Смотрите, какая стена. Огонь. Вот она прислала мне видео. Ну, видимо, снято с мобильного телефона. Качество не очень, но это доказывает, что она это делала, что это не картинка с интернета. Это ее работа. Замечательно. Спасибо, друзья, за то, что вы потратили свое драгоценное время. Присылайте свои работы. Будем их смотреть, обсуждать. Спасибо за внимание. Всем пока.